Ой-ой, сейчас будет жестко. Всем здорова, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если вы здесь впервые. В общем, берите вкусняшку, и сегодня у нас будет какой-то ящик. И самое интересное, кстати, новый движок Friday Night Funkin. Он называется Ghost Engineer. Представляешь, by Ghost. Создателя. В общем, ну давай посмотрим, что да как. Что вообще? А, называется Pandora Box. Вот оно как. Опа. Фига себе. Так, ну, я думаю, надо на харде. Четыре трека, друзья. Вот это неплохо. Если что, ролики выходят, ребят. Пойдем купим какую-нибудь одежду. Бип-боп-пип-о. 50% скидка! Вещи по цене одной! Это надо! Вот это я люблю! Скидочки мы любим! После того, как тот парень сказал про нас, я думаю, нам нужен новый лук. Поп-бип-поп-бип. Ну да, чё в старых шмотках, ребят? Ля, как она радуется! А бойфренд не очень! Денег-то нифига нету, смотри! Так много красивых каблучков! Поп-боп-бип. Бип. У нас так много крутой одежды. Офигеть, смотри, там отсылочки какие. Майнкрафт, растения против зомби, Амогус, Роблокс, Айзик даже есть, офигеть. А это вообще, по-моему, террария, друзья, вот этот глаз. Бип-поп-бип. А? Боп-бип. Оу. Так, погоди, это же дверька как бы только для этих. Для работников. Боппи-би. Типа, почему она открыта? В прошлый раз, когда мы следили за какими-то непонятными звуками, мы попали в зону боевых действий. Бип-поп, бип-поп-поп. Бип-бип-поп-бип-поп. Что ты там нашел? Ящик? Что же там внутри такое, что издает такие звуки? О, офигеть, там руф! Батя? Офигеть. Бип! 3, 2, 1. Я просто офигеваю. Даже поход в магазин мы уже нашли с тобой соперник. Я просто в шоке. Серьезно? Погоди, а ключик-то там есть? То есть, а что если открыть? Что будет? Друзья, вы офигеете, но, по-моему, я успею записать 40 видосов. Блин, я уже, наверное, всех заколебал этим. Серьезно. В каждом ролике я про это говорю. Но, по-моему, это, блин, рекорд. Прикинь, за 2 дня 40 видосов записать. Это... Реально, мне кажется, ни один ютубер еще такого не делал. Да, многие там стримили, к примеру, 2 дня, но я, чтобы вот записать. Это офигеть, конечно. Ну, такой хороший противник, мне нравится. Но это первая песенка, поэтому можно расслабиться пока что. А у меня еще, кстати, друзья, квас остался. Я же купил 2,5 литра. Чуть-чуть еще осталось. На следующие выпуски как раз пригодится. А так, ребят, я, если что, в воскресенье уже как бы приезжаю и... Я надеюсь, конечно, постараюсь именно в среду и в субботу видосики запиливать, но если в воскресенье, ну, в принципе, не так страшно. Главное, чтобы не пустовало, потому что, прикинь, неделю без видосов или 2 недели, это вообще капец. У меня 5 дней не было, там все, уже ЧП, паника. Многие думали, что все, я умер уже. Но я приеду, блин, начну, друзья, просто конвейер видосиков будет. Так, нормально, мы хорошо с тобой уделываем его. Все, отлично. Что же он нам скажет?
сейчас. А он нам ничего не скажет, потому что диалогов, блин, нету. Ну как диалога-то нету, а как же? Ну, мне кажется, там концовка, когда будет-то... Фига, что-то у него это... Фрагуле, хрупкий. Осторожно, хруп... Ну, я знаю, блин, по ссылочкам я приходила, почта и Россия, блин. Ребята, хоть там написано... Хрупко, да пофиг. Сломаем чё, потопчем её и... Он, кстати, нажимает, смотри, он как будто вот-вот имитацию игрока делает, а? В оригинале, конечно, типа не нажимают соперники. И сейчас последние моды, кстати, начали так делать. Может, как раз движок... А, это, кстати, Ghost Engine. Та-та-та-ра-та-та. Хекс ТВ там еще, кстати, есть. Я, блин, только сейчас... Увидел. Там телек, что ли, реально? Кинь так, чисто играешь в любимую игру. На своем мониторчике. И бац, он оживает, начинает против тебя батлить. Пам-пам-пам. Это вторая песенка. Та-да-да-да-да-да. Ой. Опа! Так, а что же там сейчас будет? Офигеть! А что же в конце-то нас ждет? Самое интересное, что есть зеленая шкала, где вот-вот показан как бы трек, а я такой уже, блин, на расслабончике. Анбоксинг! Анбоксинг трек называется! Блин, вам интересно, что внутри этой посылки? Это знаешь, как получать подарки, например, на Новый год, да? Но мне в основном не как бы не упакованные они были. Вот на новый... Господи, на новый день рождения. На день рождения там дарили. Интересно прям... Хотелось... Охренеть! Что это за чудище? Офигеть! Рука аж оторвалась, и там какой-то язык показался. Кстати, анимацию проигрыша надо обязательно посмотреть, ребят. Все, практически закончился уже трек. Па-п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 а
Все? Блин!
Блин, я почему-то думал, что еще будет трек. А он будет. Мимикро. Это типа мимик? Жесть. Шляпа. Ну это шляпа какая-то, ребята. Да, такой подарок, мне кажется... Ах ты гад, блин! Что-то невидимыми... Ах ты, блин, говнюк, смотри, он еще их две... Что, блин, происходит вообще? Да ты офигел, что? Надо аккуратней. Казалось бы, обычная модификация, а смотри, что происходит. Это что-то новенькое, такого еще не было, чтобы вот так вот стрелки прям... Капец! Смотри! Блин! Так, тихо. Капец, просто посмотри. Офигеть. Фейлов 79. Я в шоке. Офигеть, я впервые вижу вот эту вот... Поздравляем, спасибо, что поиграли в это. Офигеть, это... Смотри, что наша подружка там. Оу-оу-оу. В ней пробудились силы нафиг. Ну что же, друзья, первый раз я вижу реально такую механику. Надеюсь, вам зашла модификация. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.